Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы с вами будем делать заколочки бабочки. Для этого нам понадобится ригелин, он может быть различных цветов. Я буду использовать белый с перламутром. Ширина его 4,5 сантиметра. Тычинки для усиков бабочки. Флористическая проволока 0,3 миллиметра. Заколка у меня металлическая, сразу в репсе. Длина заколки 5,5 сантиметров, а также бусины для туловища бабочки. Атласная лента шириной 5 сантиметров. Теперь приступим к изготовлению шаблона. Мой шаблон в ширину приблизительно 5 сантиметров и в длину также приблизительно 5 сантиметров. Для того, чтобы изготовить такой шаблон, я просто распечатала бабочку на бумаге, приложила к металлической банке и вырезала. Приступаем к изготовлению бабочки. Небольшой отрезок ленты слаживаем пополам, прилаживаем наш шаблон. И разогретым паяльником аккуратно начинаем вырезать нашу бабочку. Нижний слой бабочки готов. Берем небольшой отрезок ленты, ригелина, слаживаем их вместе. И чтобы наш ригелин не смещался с ленты, закрепляем его паяльником. Прилаживаем наш шаблон. И вырезаем бабочку. Наш второй слой бабочки готов. Начинаем собирать нашу бабочку. Сначала мы изготовим туловище. Для туловища нам не понадобится. Нам понадобится небольшой отрезок проволоки,
бусины диаметром 6,8 мм. Бусину диаметром 8 мм надеваем на проволоку. Надеваем бусины 6 мм. Для того, чтобы бусины держались, я их закреплю бисером. Вот это наша лицевая сторона, а вот это обратная. Сюда и заворачиваем проволочку. Берем тычинку, слаживаем пополам. Наше туловище готово. Берем заколку и небольшой отрезок фетра. Берем наш нижний слой бабочки, слаживаем пополам, наносим клей приклеиваем наше туловище бабочки. Приклеивать мы будем момент кристалла.
наносим клей. Приклеиваем наше туловище и ждем, пока высохнет. Вот такие бабочки у нас с вами получились. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал.